Напомним, президент России Владимир Путин во время очередного послания Федеральному собранию анонсировал продление действия программы индивидуального социально-экономического развития для 10 субъектов страны до 2030 года. Участниками ПСР с 2020 года является и Тува. Цель программы – создание новых точек роста и условий для опережающего развития. Например, один из профинансированных проектов – это база отдыха Орта-Адыт, которая находится в 5 километрах от города Чадана. В 2023 году мы участвовали в ИПСР-программе Республики Тува и получили поддержку, благодаря которым построены 4 гостевых домика, а кафе на 50 человек. Потрачено около 9 миллионов, из них 50% это наши собственные средства, остальные вот поддержка по программе ИПСР-программа. Также, по словам Елены Хавалы, подобные базы отдыха необходимы для развития туротрасли в Туве. Чтобы отдохнуть и познакомиться с культурой и традициями республики, часто приезжают туристы из других регионов России и даже из-за рубежа, для которых создаются все удобства. Благоустроены дома у нас достаточно хорошо, все удобства имеются. Это санитарные узлы в каждом доме и умывальные раковины, все принадлежности, постельные принадлежности и вот кухонная зона. Отопление у нас электрическое за счет электрических конвекторов. Сейчас в республике завершается реализация ПСР 2020-2024 годов, в рамках которой ведется поддержка 3 направлений. Это туризм, производство строительных материалов и сельское хозяйство. А со следующего года начнет действовать новый 6-летний период ИПСР, в рамках которого, по словам главы Тувы Владислава Хавалыга, в республике предстоит наполнить программу новыми проектами в соответствии со стратегией развития Сибири до 2035 года. Мерген Аюн, Чайхан Донгак, Доржусат, телеканал Тува-24.